Может быть и эгрегориальное водительство со стороны взаимно неантагонистических эгрегоров. Причем время жизни вот этих эгрегоров может превосходить время жизни человека. Вот на этой картиночке нарисована вот шкала времени, и вот эгрегор, он плывет по жизни человеческой, а вот время жизни одного человека отсюда и досюда. И вот этот эгрегор от момента рождения человека берет его под покровительство и ведет до самой смерти. Причем сам человек может этого даже и не понимать, что с ним происходит.